Плывущие по реке целлофаны, навоз, пластмассы и стеклянные бутылки, картошка и мешки, накопленный мусор в реке Агричай, которая протекает в городе Нинацминда. С каждым годом ситуация становится все хуже и хуже, говорит житель Сарибек Карслян, у которого дом находится у реки Агричай. Фермерների լրիվ այդ գումախը լրիվ կապված է ջրի մեջ։ Այմար տոն ու կես կարտոշկան ինչի է դերը այս կամուրջից լացել այն ներքև։ Ես ինքս այս հարևաններով հավաքված մի քանի անգամ ես եմ մաքրել։ Փոքր երեխաներ են ապրում։ Инвалид Мартунинг министр. Неконтролируемая ситуация с мусором в реке Агричай привлек за собой экологическим проблемам. Рыба уже давно исчезла, а последние годы даже не появляются и лягушки. Махунисин дуктесек те инче кадарвелу асте. Если шум в море стех вор ментуна иншинель стех гордер каргруме мор симфонический оркестр эгнер. Сирун ахушкан бацайтоном кануме инки. Чистем асум зулал джурабан. Радикальное решение будет иметь проблема мусора в реке Агричай, если жители так относятся к окружающей среде, говорит камгебели Нинацминского муниципалитета Гаги Карслян. Մենք ունենք համապատասխան թերթեր հաստատած եւ ունենք մոնիտորինգի խումբ, որ արդեն շրջագայելու է եւ մունիցիպալիտետում եւ քաղաքում. Այդ կարգի աշխատանքներ, այդ կարգի աղբը թափելու դեպքում, ես պետք է սա նշեմ հիմնականում, արդեն կլինեն, հատուկ կնգարահանվի և սահմանված կա տուգանքի որոշագիչապ և կտուգանվեն։ Однако очистить замусоренную реку в ближайшее время все-таки не удастся, так как нет специальной техники и средств у муниципалитета. Եթե բացակայություն կա աղբամաններ, մենք կարող ենք աղբամաններ տեղադրել, որպեսզի ոչ թե Ագրիչայը լեսնեն կեղտոտեն ջուրը, ավելի լավ է աղբամանները լեսնեն, ինչ տարբերություն մեկ այդ աղբը դեմից թափելու։ Напомним, что правительство Грузии разработало пакет законопроектов, предполагающих ужесточение наказания за загрязнение окружающей среды. После этого за выброс мусора жители будут оштрафованы в размере от 80 до 500 лари. Но кто и как будет контролировать этот процесс в Нинацминде, пока не ясно.